Школьный бульвар. Романтическое название улицы дали первостроители. Тогда это был один из самых благоустроенных районов города. Правда, сейчас территория явно требует ремонта. Мое мнение, на школьном бульваре мы много лет предлагали организовать сквер Александру Сергеевичу Пушкину, поставить там бюст Александра Сергеевича, а вокруг фигурки персонажей его сказок и прочего, чтобы дети приходили, познавали, какие сказки написал Александр Сергеевич, и чтобы им было интересно. То, что благоустраивать надо, это однозначно. Когда школьный бульвар реконструируют, должны решить сами жители. Ведь ремонта требуют и другие участки города. Чтобы выбрать, на какой из них следует направить финансирование, запущен опрос. Проголосовать можно на сайте госсреда.татар.ру. Всего в списке 6 общественных пространств. Это школьный бульвар, скверы по улицам Менделеева и Натукая. Два променада – от Баки-Урманче до строителей, от строителей до мира. Или район в народе, именуемый «Три сестры» – от химиков до Гагарина. Второй список для голосования – придомовые территории. Жителям предлагают выбрать кандидатов на участие в программе «Наш двор». В первую очередь дворы, я считаю, потому что проблема проехать. Парки, и так есть парковочные места для водителей. Побольше, наверное, светофоров и фонарей, потому что многие объекты не освещены. Неудобно ходить. При этом голосовать можно уже с 14 лет. Правда, не все жители знают о такой возможности. А у людей пожилого возраста могут возникнуть проблемы с пользованием интернетом. Потому на помощь приходят волонтеры. По выходным в парках и скверах они консультируют нижнекамцев. Люди интересуются, они голосуют за благоустройство парков и дворов. Как видите, у нас все-таки у нас делают дороги, как раз-таки и благоустроят парки. У нас спас набережную благоустроили. Проголосовать на сайте госсреда.татар.ру можно до конца мая. Итоги голосования будут опубликованы на указанном сайте. Общественные территории, которые наберут больше всего голосов, будут благоустроены уже в 2023 году. Денис Макаров, Максим Липин, новости НТР.